Череповце 16-летний подросток предстанет перед судом за хранение наркотиков. Об этом сообщают в Следственном комитете по Вологодской области. Несовершеннолетний, зная, где находится закладка с наркотиками, присвоил пакетик с курительной смесью. Запрещенное вещество изъяли сотрудники полиции. Общая масса соответствует крупному размеру. В ходе следствия обвиняемый признал себя виновным. Череповецкий полицейский спас собаку самоеда по кличке Берта. В ходе конфликта двух мужчин выбросили из окна третьего этажа. Инцидент произошел на улице Менделеева. Полицейский водитель Андрей Воробьев отвез животное в ветеринарную клинику, оплатил необходимые процедуры. Позже хозяйка собаки вернула деньги и поблагодарила стража порядка за спасенную жизнь животному. Сейчас Берта не ходит, у нее отказали задние лапы. Собаке предстоит пройти операцию. Ветеринары дают оптимистичные прогнозы. Грабителя в маске задержали в Вологде. В одном из торговых центров сработала сигнализация. На место приехали сотрудники Росгвардии. Они обнаружили на крыше, которая прилегает к стене магазина, конструкцию из досок. Правоохранители предположили, что злоумышленник может быть внутри здания. 29-летнего мужчину в маске и перчатках задержали на крыше супермаркета. Позже выяснилось, что он был ранее судим и находился в розыске за аналогичное преступление. Недалеко от места, где прятался мужчина, гвардейцы обнаружили деньги и ресивер от камер видеонаблюдения. Подозреваемый признался, что украл это в торговом центре. Думают только о себе. Участники группы ДТП Череповца выкладывают очередную фотографию, где запечатлен автохам. Машина отрезала путь пешеходам.